Что мы знаем о тех, кто руководил Ульяновском в годы войны? В самые тяжелые для города годы. Размещал эвакуированных, налаживал рабочий процесс, помогал людям трудоустроиться. Практически ничего. Архивных документов за военный период сохранилось слишком мало. Только лишь живые свидетели, родственники могут восполнить этот пробел в памяти, в истории города. Вот и о заведующем военным отделом горкома партии Ульяновском Виталии Данииловиче Зелинском мы узнали благодаря его дочери, бывшем враче Диане Витальевне Зелинской. Диана Витальевна, вот каким вы помните отца, например, сначала до войны, потом во время войны? Ну, вы знаете, до войны я, наверное, не помню. Вы еще маленькая была? Да. Или? Ну, у меня няня была, а у него он в горкоме партии работал, поэтому ну, то, что он меня любил, я знаю. И что я помню, как он часто говорил, ложь – начало всякой муки. Ложь начала всяких бед. Сыновьям, братьям моим, он часто повторял, бойтесь лжи и пьянства. Мне он как-то сказал, вот что бы с тобой ни случилось, страшное, непоправимое, приди ко мне, скажи только правду, и я всегда тебе помогу. Вот он ложь чувствовал на расстоянии, понимаете? Он ведь менялся, ему солгать невозможно. И, конечно, вот он у меня... Я помню один вечер, это, наверное, октябрь 41-го года. У меня третий год был, все-таки память у меня неплохая, в общем, до сих пор. Ну, даже дочки говорят, мама, ну, у нас хуже, чем у тебя. Вот. Мы сидим за столом, радио, конечно, не умолкает. Мы сидим за столом, а папа у карты. И там вот значки, флажки красные. И вот он, знаете, лицо черное, что-то ужасное по радио передавали, мороз по коже. Я сижу, мне так страшно, мама и брат замерли, я между ними. И мне, вот, знаете, захотелось нарушить это жуткое молчание, и я что-то пискнула. Ну, получила шалбанчик от брата, он меня быстро успокоил. Вот это я помню. Я помню воспоминания отца о митрополите Сергии. То есть, наверняка... Это уже 42-й год? 43-й. Нет, он 41-м приехал. А, даже 41-й получается. Да, он 41-м как раз. И, конечно, я уверена, он занимался им. Может, он с ним не встречался. Вполне возможно. Но то, что он разговаривал с Володарским заводом, чтобы отдали дом этому митрополиту, чтобы освободили Воскресенский храм, я голову на отсечение даю. Конечно, кто-то исполнял. Он был прекрасный организатор. Как он попал вот на эту должность, он был, вот у меня сейчас... Как правильно должность звучала? Заведующий военным отделом горкома партии. То есть комиссар? Да. Комендант. Да. Другими да? словами, да. Угу. Да. Так. Я помню, как он пришел радостный. Это, наверное, начались первые... Пусть маленькие, но победы. И он такой был счастливый. Он меня подбрасывает к потолку. Я бежу от радости. Расскажите, как познакомились мама с папой? Мама с папой? Да. Ну да, вот папа попал в НКВД, его друг вызвал в Ульяновск. Тот приехал, ну работать надо, давай. А он воспитательский дух в нем был. Ну, вроде воспитывается, сбившихся с пути. Я понимаю папу. Да. Он идеалист, в общем-то, был. Но он поработал несколько месяцев и понял, что это не ему. Ну, не хочешь в НКВД работать, шагай. Он пошел. Образование у него, ну, пусть маленькое, но было. С книгами он умел работать. И он пошел преподавателем. Попал вот в школу к Шкадамбург, Вера Васильевна. Угу. Вот. Но он недолго там проработал, его сразу, значит, во вторую школу, завуч и секретарь партийной организации, то есть комсомольская работа, все это было. Потом его, значит, послали в Ишеевку, в Сурской, по-моему, послали. Вы помните папу в годы войны? Вот понятно, что на начало Конечно. Войны нет, а потом... Какой у него график был работы? Может, вы знаете, график у него, вот до пока он стал секретарем, график у него был очень тяжелый. Мы его не видели.
видели. Он после 12 приходил, а через час, через два за ним уже машина едет. Это я помню. Я лежу в зале, телефон в зале, звенит телефон, включается свет. Ну, а ребенок проснулся, знаете, как это раздражает. Машина уже на ним послана. Все. И брат рассказывал, он дома не ночевал почти. Откуда силы такие брались? Да. А папа, вот с какого момента, вы сказали, он заболел? Это заболел он, вот я не знаю, это 42-й или 43-й год. Угу. Значит, на пароме поехали дрова заготовляться на зиму. Это был октябрь месяц. Уже последние паромы шли. И он сам, вот я не знаю, был ли он секретарем первым, был ли, да. Ну, наверное, 42-й год. Он сам поехал проследить. Он организатор прекрасный. Он понимал, что там одни женщины и старики. Их надо организовать. Из парома столкнули женщину. Прямо в ватнике. Да, и он очень хорошо плавал, он прекрасно физически был развит. И он прыгнул за ней в сапогах, в чем был, он ее спас, но месяц он пролежал в больнице, 39-40 температура, плеврит гнойный. Вот я поняла, что именно с этого времени все и началось. Ну, конечно, как вот... Он не обследовался, там люди кровь проливают. Вот к нему народу очень. Кроме того, что надо эвакуированных разместить, работу дать. Заводу 15, фабрик заводов сюда. Надо было проследить. И вот, знаете, мне как-то везло. На Минаева 26, что ли, мы жили. И дети у меня старшие здесь вот крутятся. Ну, нас с мамой знали. И одна, значит, это Зинаида Ивановна Андреева. Кто твой папа? Я называю, я его знаю. Он у них преподавал в школе всего несколько месяцев, вот секретарь партийный. Ой, да я его помню, да как мы ему влюблены были. Ну, ему 27-28, да, а им по 15-16 лет. Ну, а он такой деликатный, он так к женщинам, к девушкам хорошо относился, понимаете. Обидеть женщину мать только подлец может. И она, фотографию я ей принесла, она себя нашла. Я отсерокопировала и ей отдала. Она в это время, во время войны, значит, 41-42 год, она работала секретарем партийной организации цеха, цеховая, угу. На Володарском. Угу. И она говорит, я перед нами кто-то выступал. Я, говорит, прослушала фамилию. И вот смотрю, ну какое лицо, вот до боли знакомое лицо. Я так и не вспомнила. И когда я ей сказала, это был твой отец. Понимаете, вот как-то, да? То есть он и на Володарском был, он и там был, он везде следил, он организатор. А, конечно, раз в Ульяновск идет все по плану более-менее, кто его отпустит на фронт? А он рвался, да? А он рвался. Mm-hmm. Он, знаете, он чувствовал себя как бы предателем. Mm-hmm. Он их готовил. Он один из немногих знал, что война с немцами – это не шапками закидаешь. Если они начали, они подготовились, они же пунктуальные. Вот. И он переживал, что они-то там, в этой кровавой мясорубке. И поэтому народу к нему было очень много. Он не успевал поесть, а там где-то с часу до трех. Угу. Принести, да он бы так отчитал, как он будет есть, если тут женщина. Угу. Он маме говорит, женщины и старики ко мне. У меня кусок в горле застревает. Их сыновья, мужья, дети, деды кровь проливают. А я тут. Я говорю, пап, ну вот кто к тебе приходил? Угу. С чем? Он единственный мне сказал, ну еще один случай я знаю. И зашел пожилой человек. Из пенсии. Работал в царское время, значит, враг. И он говорит, у меня пятеро сыновей на фронте. Я живу со снохами и с внуками. Я не имею права на кусок хлеба.
дайте мне любую работу, чтобы я их не объедал, чтобы я имел право на этот кусок хлеба. Ну вот мне девочка, я девочка, 10 лет, я в ужасе. Ну как же так? Его сыновья, 5 человек воюют. Он может остаться без сыновей, и он не имеет права на кусок хлеба. Вот какое жестокое время было. Ну, папа говорит, ну, уходил со слезами на глазах. Говорит, до смерти не забуду, а уж сколько он там прожил, кто знает. Угу. Вот. Ну, и вот был здесь, значит, дело врачей было. Это рентгенолога Грицианского, могила вот на мемориальном кладбище. Суров, окулист, да. Лисов, терапевт. Так, кто еще? А, этот, лор-врач. Лор-врач. Ой, сейчас хорошо помню, фамилию выскочила из головы. Их арестовывают. У Грицианского жена тоже врач-терапевт, работает в областной больнице. Ее тут же увольняют. И она остается без работы. Без работы, без денег. Маленький ребенок. И ей тогда сказали, иди. Зеленский. Единственный человек, который тебе поможет. Он сразу принял ее в райкомовский аппарат, то есть под свое крыло. Через месяц, через два она ушла в горздравотдел. Потом она стала главным врачом спецполиклиники, спецбольницы, что заслуженное, призаслуженное. Правда, ей пришлось сменить фамилию. Но отец ее убедил, что это не предательство. Такое время. Он сам очень рисковал. От семьи, да. Да, он сам рисковал. И так как он много лет ожидал ареста, потом маме, когда в Ульяновск приехали, он сказал, я ночами ждал ареста. Я переживал за вас. Это Калмыкия. Русских мало. Вы останетесь в степи. Вот. И поэтому в 1939 году он сумел доказать, что он в состоянии здоровья, ну, и они приехали. И маме он, я уверена, вот знаете, Ирина Михайловна, я знаю отца, он очень о нас переживал. И он, конечно, убедил маму, что если его арестуют, чтобы она обязательно от него отказалась. Вот я уверена, потому что ему главное защитить нас, да. Не себя. Нас. И вот когда он лежал уже, он поднимался, говорит, вот как, ну, я приду из школы, мы с ним покушаем, я посуду потом мою. Он мне говорит, ты все сделала правильно, ты там все дезинфицировал, папа все так сделал, как надо. И он мне говорит, вот как думаешь, что в жизни самое страшное? А так как он тяжело больной, о смерти говорил, конечно, я так робко говорю, смерть. Он говорит, смерти я не боюсь. Я ее повидала в 17 году. Нет. Самое страшное состояние своего бессилия. Это вот для него. Понимаете? Состояние. То есть он видит несправедливость, да? А защитить, исправить он не может. Также он переживал за нас. Что с нами будет? Как там будет? Без него. Он говорит, как вы будете без меня жить? Я помню, мама приходила с работы уставшей, ну, полторы ставки врачом. Сядет около него и плачет. Ну, конечно, когда он был начальник, знаете, относились как? И красивая, и умная. А там знали, был начальник, а теперь вот тебе. И это плачет мама. Мама редко плакала, но перед папой она, папа, помню, гладит ее руки и говорит, Валечка. Что-то ей говорит, я не слышу. Она начинает улыбаться. И он начинает улыбаться. Что он ей сказал? Я не знаю. Но он вот этот стресс, это вот напряжение, он, понимаете, вот снял. Да. Он психолог был прекрасный. Мама в Волжске тоже 5 часов спит. Козы, куры. Ну, кур-то я покормлю, там закрою. Коз я встречу. Ну, доить-то мне жалели, руки. Валушки, это вы в Крыму были? Да. Вот как раз в 43-м году
Терентьев решил его на фронт отпустить. Он не нужен уже был отцу. И отец стал обследоваться. Оба легких. Одни каверны и соединительные ткани. Живой ткани. Как ему дали вторую группу или третью, я удивляюсь. Там сразу надо первую группу давать. Его в санаторий посылали, в Сибирь. Он отказался. Он сказал, я не могу. Я там не смогу есть. Война-то еще в разгаре, 43-й год, это еще Курская дуга впереди. Да. Нет. Больничный не взял, оставался на работе. И в 44-м году, значит, он решает переехать. Ну, я тогда еще, что мне 6-й год шел, мы приехали в Крым 2 ноября 44-го года. А, да, а ему переводом. Но его должен был ждать Калинин. Ему назначили встречу с Калининым. А он их боялся, я поняла. Он боялся власти. Там Берия. И он якобы опоздал. А вот до чего он был пунктуальный, я вам скажу. У него карманные часы, если был сигнал точного времени был в Ульяновске. Ну, по всей стране, только по местному времени в 6 часов, по-моему, в 16, а по Москве в 3. Ну, то есть вот на час. И он вынимал эти часы, смотрел, на 20 секунд вперед переводил. Вот я случайно тоже встретила женщину Лидию Ивановну. Она, видимо, была технический секретарь, фамилию не помню, но я знаю, вот, где она жила. Она была его технический секретарь, я думаю, в горком партии. Вышла папа. Да. Потому что мы с ней разговорились. Я на скорой помощи оказывала помощь, и что-то мы разговаривались. А я как-то нахожу папы на могилы, знаете, незабудки. Кто поставил? Всех, кого знала, расспрашивала. Нет. Это она. Она говорит, я часто проходила мимо могилы твоего папы. Останавливалась и вот. И она говорит, он был очень остроумный. Он все равно был оптимизм. Он верил в победу, понимаете? Но только победа очень тяжелой ценой. И она говорит, мы с ним пикировались в остротах. Я ему, он мне. Я ему, он мне. И то есть, понимаете, это разряжало. Если так, война, да, такие сообщения страшные. А тут... разрядились. А вот уже в райкоме партии его секретарем техническим была Дувалина Александра Васильевна. Ее фотографии есть у меня в альбомах. Я ее помню прекрасно. Она мне что-то там дарила. Когда папа умер, она часто звонила нам, поздравляла нас с праздниками, да. Вот. И навещала на папу. Она как-то маму встретила и говорит, мне Дина сказала, приходи, я, видно, встретила ее, Дина сказала, приходите к нам, навещайте папу почаще, папа рад. Ну, я не знаю, он мне как-то сказал, что он устал от людей. Мы сидим, к нему приходили, и он говорит, я так устал от людей. Я хочу, знаешь, я хочу, мечтаю жить в лесу, в домике, рядом, чтобы или речка, или озеро. И мы с мамой. И больше никого. Это тишина, природа. Да, он очень был духовным человеком, очень духовным. И он очень наблюдал за мной. Давал мне книжки читать, если я что-то там, что ты думаешь, я что-то не так говорю, он сразу это реагировал, я что-то не так сказала. Когда мы приехали в Симферополь, значит, работу сам искал. Нет, ну он, конечно, пошел там в обком партии или как там с этим управлением. Квартиры для нас не было. Это уже ноябрь 44-го года, все уже квартиры разобрали. Сначала знакомые жили, а потом, значит, сняли где-то на окраине землянка. Ну, не землянка, домик, но с земляным полом. Диана Витальевна, а вы когда вернулись в Ульяновск? Это же... Да, в сентябре 48-го года. Первая группа инвалидности. Значит, он в санаторий попал только в 46-м и в 47-м году. Значит, в 43-м году летом поставили диагноз.
А он, помню, в 46-м попал в санаторий и в 47-м. А там, конечно, напряженная работа надо было. У нас света там не было. Он же ездил за портативной электростанцией в Алушту. Он добился. И там больной все равно ездил. Да, сам ездил. Он договорился и на грузовой машине. А там тогда, знаете, это сейчас выпрямили Украину там потом. А тогда вот 50 километров мы ехали машиной 2 часа. Да, только не было, конечно, рейсовых, это вот грузовые, попутные, легковых, конечно, это редко было. Вот. И он, значит, водителя он нашел. А кто сопровождать будет, одного водителя нельзя оставить. Никто не согласился, он сам поехал. Первая группа инвалидности. Он сам привез эту машину. Все. И если это открыточка, он брату моему в армии старшему писал. И все, мы справились. И фотографии есть вот перед этой электростанцией. Ну, до 11 часов вечера, в 11. И в 6 включали. Вот. А то керосиновая лампа. И в Ульяновске он уже вот это 48-й, наверное, конец 48-го был, да? Нет, сентябрь, 8 сентября вспоминал. Была встреча с героем, да. Это форсирование Днепра было. Ну, фамилии я не знаю. И папа его повел. И тот рассказывал, что вот из 100, что ли, человек, их двое остались, или как там взвод целый, я не знаю сколько, вдвоем остались. Ну, его вот он рассказывает, ужас, сколько погибает. Ну, а ты-то что сделал? И он честно сказал, за что героя получил? За то, что жив остался. Вот это была правда. Поэтому герои все. И победу мы встречали с Симферополем. Мы пошли, по-моему, это был понедельник. Ну, я не знаю, мне в садик идти, а я не хочу. И папа сразу встает, радио включает, и объявляется выходной день, День Победы. В садик не идти. Мама сразу, значит, одевает самое нарядное платье, там где-то у него фарш нашелся, она жарит котлеты. И мы с папой идем гулять. На площади столько людей. Женщины такие нарядные. Откуда вот сберегли, да? Такая радость. Военных приветствуют. А мне так обидно стало, что папа, я знаю, он смелый человек. А папа, почему ты не военный? И он, знаете, он очень смутился. Он говорит, понимаешь, должен был кто-то остаться здесь, чтобы заботиться о семьях тех, чьи сыновья, мужья, сестры воюют и проливают кровь.